Жители Твери приглашают на экскурсию на кофе-обжарочный завод. В рамках проекта администрации Твери все любители напитка и просто желающие могут узнать, как происходит тонкий процесс обжарки кофе. Как записаться на экскурсию, узнали наши корреспонденты. Проект «Город изнутри» существует уже 2 года. За это время тверичане смогли побывать на различных городских предприятиях – ТЭЦ-3, МУП, ЖЭК, МБУ, Зеленстрой и МУП «Тверьгорэлектро». Большинство из них – режимные. Попасть туда в обычное время горожане просто-напросто не могут. Специально для проекта сотрудники не только открывают двери для жителей Твери, но и проводят экскурсии, чтобы участники могли узнать о жизни предприятий из первых рук. Помимо муниципальных предприятий, в проекте участвуют и другие важные для города и региона компании. 5 декабря экскурсия состоится на кофе-обжарочный завод. Во время экскурсии у гостей будет возможность познакомиться с технологическим процессом, пройти вместе с нами весь путь создания кофе от зеленого зерна до чашки ароматного напитка, почувствовать себя профессиональным дегустатором. Участники смогут не только побывать на производстве и проследить весь путь создания кофе, но и почувствовать себя профессиональным дегустатором. В конце экскурсии можно будет попробовать кофе различных сортов. Мы будем рады видеть вас на производстве компании «Паулик», и самых активных, желающих посетить экскурсию, ждет памятный подарок от «Паулик». Добро пожаловать! Поскольку количество мест ограничено, они будут разыгрываться между самыми активными подписчиками официальных групп администрации Твери ВКонтакте и Инстаграм.